Знаете, решил я устроить перерыв, и тут я понял то, что его зря делал. По той причине, то, что как бы теперь мне сначала это делать. Ну, как сначала? Я на какой-то фиг решил перезапустить игру, да? Ну, как перезапустить? Решил отдохнуть тем, что... ну, отошел, да, надолго, решил выключиться. Оказывается, я не закончил уровень. Эй, а в прошлый раз получилось. Ой. Ну. Вообще офигели. Так как в прошлой части я это все делал, да? То есть там озвучивал. Так что сейчас озвучивать ничего не буду. Да и тот ты это озвучку не назовешь, это так. С ума посходил. Ты ёпта. Чё со мной сегодня? Чё-то со мной сегодня не то. После паузы. Да вы охренели вообще. Бомжи, блин. Не. О, the best. Ладно, в принципе, я не против даже этот момент пройти, потому что как бы вспомню заодно, как в это играется, потому что, ну, после перерывчика такого, можно сказать, подзабыл. Ой, блин. Не-не. Если посмотреть на задний фон, да? Вроде бы ничего подозрительного. Конечно. О, зашибись. Теперь у меня есть дубинка, я опасен. Чё за нафиг чего? Куда ты нож дел? Давай. Не-не-не. Какого? Не-не. Чего?
Ты мне принес штучку, которой я буду вас избивать. На. Такое взял, пропустил. Угу. Так. Не. Блин. Да ёпта. Делитесь-ка вы это, ну вы поняли, друг с дружкой, а меня тут не надо. Не надо меня тут приплетать, блин. Фаи! Фая! Не! 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 На! На! Ой! Нэм! Какой сложный побег. Да на, блин! Не! 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 Ой! Икс. Ти-т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 и. Не. Не, по пучкам. Ой. Ёпта. Чищи, что ли, бессмертный? Это... Не. Так, не мешайте мне. Вы что, охренели, что ли? Не. Я из-за вас профукал. Все, я с тобой тоже. На, скотину! Вообще охренели. Из-за вас я хилку не набрал. Сложите оружие. Каждый раз, когда оружие падает на землю, оно повреждается. Исходите, правда, для срока его службы. Кладите аккуратно. Бережнее надо быть. Блин. Тык.
Да твою ж. О, а это я даже не увидел, как его грохнуло. Новая арена, темный двор. Дружественный огонь. Хотите поколотить друзей, как юрить дружественный огонь? Мини настрой. Повышай боевой настрой, однако. Возвращение к истокам. Назад к истокам. А, блин, я то есть тут прошу. А, ладно, пофиг. Я что, извентиляюсь? Эй, братан. Ёпта. Сколько зим, есть гид для старого друга? Чувак, не стало, чтобы подбираться, уже скажи. Мне что тут произошло? Здесь будто мамай прошел. Чё это? А? Это давняя история, парень. Пока тебя отправили в бессрочный отпуск или типа того. Да тут прошлась банда скинхедов. Целым стадом набежали и захватили тут все. А потом начали всем некро сдавать. А вы не пытались послать или подальше вернуть его себе, например? Естественно. Вот пытался. Начал революцию. Или что-то такое. Пару недель народ тоже собирал. Его можно найти на железнодорожной станции. Пришлось послать его на хутор, у меня от него башка трещит. Вот, пойду поищу его, спасибо, браток. Вот хрень, только не эти глюки. Это хреновина сильнее. Побочка от некро, наверное. Ой, ты чё хренеешь-то? О! Уйди! 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 Фас. Фу, какой фас. На, пороже. Не. 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 Поменяй-ка я оружие. Сволочи! Я не помню никому. Чего? Сучи, а я ведь его помню, никому не давая самоломить его. Люди решили поставить здесь, чтобы остальные боялись. Итак, дамы, заткнули мальчишки и слушаем сюда. Брат мой хочет поздравить вас с ударным трудом и хорошим наваром. Для чайника разрешу вам использовать тренажерный зал. Также буду для вас приготовить небольшую дискотечку. Мы тут не гоним, вот видите. Но будьте начеку, тут один хрен ошивается, скоро себя покажет. Он нам нужен, вы им усекли. Столкнись с ним, ведите его прямо к нам. А теперь рассосались. Не были тем удивы, что наше поселение схватили, а? О, вспомнишь, всплывет. Я прям экстрасенс, или как их там звать? Думаешь, твои хилые бандиты меня смогут остановить? И ты, твои гончие, ответь мне на пару вопросов. Кроме того, тебе придется толкать свою дерьмо где-нибудь подальше отсюда. Ой-ой-ой. Ребята, вы слышали? У нас тут цыганский комик нарисовался. Шутки в сторону. Сейчас тебя научу хорошим манерам. Не! Тебе хорош манер. Не! 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 Не!
не. Не, ёма. Не. Вы чё охренели? Ой, эй. Вы чё... Я не понял. Вы чё за Жан-Клод в морду дамы, а? Эй, ты чё? Вы чё, мужики? Джеки Чаны, блин. Вообще бурили. Лежать, сказал, блин. Джеки Чуны, блин. Ёпты. Мне нужен негр. Эй, цыгане обслуживаются в порядке очереди, как и все. Мы еще не открыты. Кончай вопить, открывай сраные ворота. Опа, начальник тут нарисовался, да? Слушай, мне с таким говном разбираться некогда. Иди в конец очереди и жди с остальными наркошами, когда дети укольчик сделают. Понятно, видать, мне придется заставить тебя уйти. Дэн. Скотина, я тебе голову отрежу. И насру тебе в глотку. Ну вот хотя бы что... Ой-ё. Слышите вы, Джеки Чан... Эй! Эй, вы, ты, Джеки Чан, вы чё, охренели, что ли? Так, слышите вы, Джеки Чуны. Так, куда... Куда прыгаешь? Куда прыгаешь, скотина? Лети... Э! Эй! А, ладно, не мучит. Гнев! Я, по-моему, увлекся. Монтировка – это самая лучшая вещь. Ловля в воздухе. Противники достали вас сюда. Вот так. Ой! Не успел прочитать. Я пронтиатор. Помнишь, раньше это место было спокойным? А ты красавчик такой, а ты не хочешь вколоть немного некогда? Просто ты... Ой, господи, нахер. Не знаю, даже что тебе больше отвратительно. Язва от некры или санная вонь? Чё ты сейчас там вякнул? В общем, давай так. Ты сейчас побежи к своим друзьям, не... как там, некроманом, или я выбью у тебя оставшиеся зубы. Чего ты там вякнул? Не. Вы меня ты что сделала, курва? Хана вам, короче. Не, ёма. Убью,
я, по-моему, успокоился. Да ёпта. Вообще, что ли, бурили? Ой. Да ёпта. Чё-то, по-моему, хуже и хуже становится. Ой. Что-то я не понял. Да! О да, детка! О да! Да я Рэмбо! Ты чё, дебил, что ли? Союзный И. Нет, друзей, вы можете играть вместе с И. Это ребят хотят бы... А, эти ребят хотя бы не таскают у вас чипсы. Ой, блин. Кайф. Ой. На. Уи. Уи. Курва, ты чё сделала? Не, блин. Сейчас ты у меня по... Со мной два раза одно и то же не проходит. Я наврал, только что прошло. Вы чё, охренели, что ли? Помню, я чуть-чуть разозлился. Ой. Ты чё, ты умеешь как нахуй получишь? Ты где-нибудь. Это ещё что за спецнах по-русски, а? Эй. А ну не мешайте мне, куру. Помешали все-таки. Только погляди, крыска выпала в мой бассейн, да. Позволь угадать, ты есть говнюк этой шайки безумных баллонов? Ого, крыска-то говорить умеет. Прости, сыр у меня закончился. Не испытывай меня, у меня есть вопрос, на который ты ответишь. Дорогуша, засунь свои вопросы себе, сам знаешь куда.